Друзья, всем привет! Потеряли на канале. Хочу видео выложить такое интересное одно. Я когда снимал, нарезал кусочки и того, как избушку строил. То есть и каждый день, естественно, снимал целиком, что продвижение. А тут одним фильмом просто хотел сделать. Думаю, время пришло. Ну, в целом, изба как дальше она готова. Ну и что просто не теряли. Давайте еще покажу одну штуку. Так, друзья, вот что у меня появилось. Спасибо одному человеку за такую большую помощь в развитии канала. Я сейчас не буду ничего объяснять, и там кто ведь знает, кто знает, про что я говорю, про все. Фотоушка, для чего вам применяться? В принципе, это для охотников. Это раз. Два. Как выяснилось, ее можно использовать для того, чтобы поймать говнорей, которая не поймает, как по-человечески жить на белом свете. Так что сейчас ее поставим. Будем снимать интересное кино. Так. Еще я толком не разбирался, как она работает. Я говорю, пока поставил экшн-камеру, хожу. Ее перепроверяю. Но она... Вот это долговечнее. То есть можно там долгое время не проверять, не заряжать. В целом. Как-то так. Еще раз спасибо. Ну а теперь сам ролик.
Тут я сам себе доказал то, что сделать избушку из того, что валяться на земле, в лесу, ну, гнилухами не назовешь, но то, что уже сохнет, портится, из этого вполне реально построить избу. И это круто, мне понравилось самому. Что ж, друзья, ну, было приятно вспомнить, как мы эту избушку строили. Много сил отдано и здоровья. Думаю, вернемся к стройке дальше, в ближайшее время. Сейчас пока вот такие, видите, вон, дела идут. Снимаю. Давайте, друзья, всем пока, увидимся. Надеюсь, завтра.